Давай, дракон, где ты, мать твоя? А, черт побери, это очень эпично. Вот, и в этот момент надо бежать, чтобы успеть. Ага, сейчас. Конечно. О, черт побери. Вот это я называю эпик, ребята. Вот это эпик, а не то, что в современных играх ты смотришь какое-то кино и просто время от времени давишь квиктайм-ивенты. Давай, ходы сюда, ходы. Всего-то оставалось тебе нанести там 38 урона, блин. Давайте вынудим еще раз дракона сделать свое дело, потом усыпим его бдительность и побежим со всех гребаных ног. По-моему, ему насрать. Нет. Каждый раз, когда я думаю, что ему насрать, ему не насрать. Давай, давай. Все, можно бежать. Нельзя бежать. Так, я просто пытаюсь найти у него паттерн, по которому я смогу пройти данный момент. Но паттерна нет, судя по всему, нужно просто убежать. Точнее, он есть, но не такой, как я думал. Все, я скрылся, ты меня не видишь, давай. Иди к себе туда. Куда ты хотел улететь. Продолжает это делать, почему? Дай побегу туда и изнасилую твою подружку, которая загорает там на ёбаном этом отвесе. Как ты насчет этого думаешь, а? Как тебе это? Скользкий Винс покарает тонально твою подружку. А, тебе это не нравится, сучий потрох? Или тебе это нравится? Я могу, знаешь ли. Ага, вот он. Тут как тут, мать его. Она точно какая-то подбитая, потому что я не знаю, почему она так лежит безинициативная. Может, она беременная? Вот это было бы круто. Убить ее и ее ребенка, знаете, это было бы очень жестко. Это было бы даже жестче, чем в каком-нибудь God of War. Я вообще пробегу мимо. Не хочу с вами драться. Охуеть, не встать. Вот что они охраняли все это время. Это очередное, блядь, здание. Какая-то пещера, мать ее. А, черт. Не люблю я в таких узких помещениях драться. Что у нас здесь? О, еще один стражник. Есть. Фух,
Как клёво на стенку оперся. Так, я вижу душу. Я ее соберу. А вот дверь не откроется в любом случае. В этой игре двери не открываются. Нет, ну да, открываются, когда ты убьешь ради этого 400 человек. В противном случае беги туда, откуда ты пришел. Я ни хрена не вижу, я ненавижу такие помещения в этой игре. Кто-то шагает, кто-то идет откуда-то, я нихуя не вижу. Ой, как он клево. Вместе со шкафом просто. Окей, я куда-то иду. Я опять куда-то спускаюсь. Окей. О, как он эпично улетел. Ты живой, что ли? О, боже. Он только приземлился с тех пор, как я его убил. Так, это кто у нас? По-моему, это какой-то необычный человек. Посмотрите, это что за пиз... Я не... По-моему, он все это... А, нет. Все это время он не наносил мне урон. Кто это? Что это? Я не понимаю, что это такое. О боже, это отвратительно выглядит, эта штука. И она при этом она... Она способна и на дальних дистанциях тебя задеть, и в ближнем бою. Но она очень неповоротливая, что делает ее редким противником. Что это было, я так и не понял. Это какая-то черная сущность с щитом. Как бы это ни называлось, я не знаю. Потом, наверное, придумаем название, я думаю, этому всему говну. А, пейзажики, просто потрясающие пейзажики. А может мне не разбираться с ней? Ну ее нахрен. Ну ладно. Вот это прикол. Ага, это... Это была не стрела, как мне сначала показалось. Это просто у него копье так удлиняется, когда он хочет достать тебя на длинной дистанции. Ха-ха-ха, прямиком в ад нахуй. Так, ладно, бежим дальше. Что у нас тут снизу? Снизу ни хера, кроме еще одних лестниц. Еще... Ой, вот почему я их не люблю, потому что их нихуя не видно.